такая бабочка у нас получилась. Самые мелкие лепесточки в технике канзаши, из которых составлена наша бабочка. Органзу мы складываем пополам, прикладываем ленточку, держим крепко пальчиками. Сейчас нам нужно косой срез сделать. Склеиваем. То же самое делаем с другой стороны. Держим к себе лентой яркой. И вот этот угол делим мысленно еще пополам и подворачиваем уголочки назад. Самый кончик можно срезать и спаять, держа к себе боком лепесток. Мы срезаем лишний объем ленты. Все места среза быстро опаляем зажигалкой, чтобы лента не поползла. И один лепесток помещаю в другой лепесточек. Одно крыло я уже склеила. Подклеиваем наши крылышки. Такая бабочка у нас получилась.